в амбулатории первого медицинского центра города Краматорска. Наша акция посвящена профилактике инсультов и инфарктов. Это мероприятие уже как бы входит в традицию. В том году тоже проводилось привлечение СМИ, дабы информация вошла в массы и люди больше уделяли внимание профилактике инсультов, инфарктов, сахарному диабету. Так как в нашей жизни темп высокий, много стрессовых ситуаций, люди не обращают внимания ни на повышение давления, ни на уровень сахара. Они как бы привыкают к привычным цифрам своего артериального давления. 160 на 90 уже является их рабочим давлением. И они не замечают, как происходит и повышается кардиоваскулярный риск. Инсульты, инфаркты молодеют.